Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Camry в белом цвете 2015 года выпуска. На гибридной установке 105 кВт. На бензиновом двигателе объемом 2,5 литра, мощностью 160 лошадиных сил. АКПП, передний привод. Автомобиль на хорошей резине, литых дисках, имеется спойлер, камера заднего вида, установлены ветровики, повторители в зеркалах. Пробег автомобиля 206 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Кожаный салон, чистый, ухоженный, имеется мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, обогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений, режим эко, мультируль, круиз-контроль, кнопка старт-стоп, помощь при предотвращении столкновения, контроль полосы, система курсовой устойчивости, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника, электропривод передних сидений. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.